Что сегодня еще, пожалуй, добавим? Мы добавим наши специальные столбы. Вот. И для этого сделаем дополнительную подготовку суставов. Тазобедренные, колени. Кратенько. Колени. На 4 счета сделаем. Есть. Так. Фуху-джан. С правой стороны начнем. Также по всем направлениям расшевеливаем усилия. С другой стороны, на заднюю ногу чуть больше садится. Три базовые пружинки, которые мы в динбабу практикуем. Попробуйте, пожалуйста. Есть. Сянлунжуан. Шею не забываем, правильное положение. Плечи расслаблены, не напряжены. И в другую сторону. Аккуратно перекручиваемся. Весь тело чуть больше на переднюю ногу. Пятка сзади прижата, напомню. Раскрутились и джон на ноге, через чинто заходим. И на правой ноге. Так, ну что, на этом будем закругляться.